другая острая проблема касается русского языка. Многие ребята из освобождаемых территорий не владеют русским языком в достаточной степени. Проблема касается русского языка. Как отметила член нашего комитета Людмила Николаевна Скаковская, многие ребята из освобождаемых территорий не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы. Коллеги, профильным ведомством будут организованы курсы. В эту работу будут включены студенты, старшеклассники, вожатые.